Здравствуйте, меня зовут Витевский Станислав Сергеевич, по специальности я инженер. Мы находимся на площади Ленина в городе Воронеж. С каждым месяцем уровень жизни падает. Нам подняли пенсионный возраст, подняли НДС, цены на ЖКХ, продукты питания, обувь и одежду. Для достойной жизни нам нужно объединяться и бороться. Нам нужно объединяться в профсоюзы на предприятиях. Если на вашем предприятии есть профсоюз, и он не отстаивает интересы работников, то нужно переизбрать правком этого профсоюза или создать свой независимый профсоюз. Также нужно писать и отстаивать коллективные договора через профсоюз. Нужно объединяться в партию рабочего класса. На данный момент такая партия – это Рабочая партия России. Это единственная партия, в которой решение принимается голосованием большинства рабочих. Также существует Российский комитет рабочих, который проходит в Нижнем Новгороде два раза в год, в осенью и весной. Трудящиеся многих коллективов приезжают туда и делятся опытом коллективной борьбы. Для изучения теории существует Красный университет Фонда Рабочей Академии, в котором изучаются фундаментальные произведения Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. В нем можно проходить обучение как очно в Ленинграде, так и заочно через интернет. Товарищи, пора объединяться, вступать в партию, обучаться в Красном университете, приезжать на Российский комитет рабочих. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!